если говорить про почту, то, в общем-то, правильнее начинать, конечно, с описательной эпидемиологии. И рак почки относительно частое заболевание, что существенно, что его частота продолжает увеличиваться, но не очень понятно, это естественный прирост, скорее всего нет. Скорее всего просто появились новые способы диагностики рака почки. В первую очередь ультразвук стал доступен. И та разница в заболеваемости, которая наблюдается между развитыми странами, наверное, без микрофона слышно? Нет, лучше с микрофоном, записи. С микрофоном, да. Спасибо. Та разница в заболеваемости, которая наблюдается между развитыми странами и странами менее развитыми, непонятно, это действительно ли отражение западного стиля жизни, или это просто следствие того, что диагностические процедуры применяются более часто и более эффективно. Нет, слушайте, давайте без микрофона, потому что идет микрофон. Давайте тогда, извините, у нас... Сейчас. Факторы риска рака почки. Как ни странно, курение действительно ассоциировано с достоверным увеличением риска рака почки. Связано это с тем, что те канцерогены, которые поступают табачным дымом, в том числе и проникают в почечный эпителий и оказывают свое влияние на канцерогенное влияние на эпителий почки. Так называемый западный стиль жизни. Есть такой термин «таболический синдром». Он подразумевает... Ну, давайте, потому что, чтобы фон не было. Соответственно, западный стиль жизни – это прежде всего ожирение, избыточное питание, гипертония и так далее и тому подобное. Диабет тоже, в общем-то, являются факторами риска. О морфологии сегодня будет Анна Сергеевна рассказывать, и наверняка эта классификация ляжет. В основу есть, помимо частых типов рака почки, редкие типы. Ну, всегда морфологическая классификация, в общем-то, воспринималась как то или иное степень уточнения основного диагноза. Почечно-клеточный рак, рак почечного эпителия. Только сейчас, с появлением геномных технологий, возникает ощущение, что действительно вот эти разновидности, которые под микроскопом выглядят немножко по-разному, представляют из себя биологически разные болезни. Что важно, сейчас все-таки наступает эра более осмысленных, более специализированных подходов лечения. И, судя по всему, мы живем в ту эпоху, когда отдельные разновидности рака почки будут набираться в отдельные клинические испытания. Именно потому, что молекулярные детерминанты у морфологических подтипов, у биологических подтипов рака почки действительно разные, и, как следствие, могут оказаться разные подходы к терапии. Самая частая разновидность – так называемые светлоклеточные карциномы. На самом-то деле основной ген, который поврежден в светлоклеточных карциномах, ген фон Хиппель-Ландау, был открыт в рамках изучения относительно редкого наследственного синдрома, наследственный рак почки. Что существенно? В данном случае практически нет гетерогенности данного заболевания. Практически всегда в патогенезе светлоклеточных карцином почки в той или иной степени участвует инактивация гена VHL. И именно этот механизм делает рак почки немножко стоящим особняком от остальных заболеваний. Ну, на самом-то деле, все, кто интересуется онкологией, про концепцию ангиогенеза, предложенную Джудой Фолкманом, они в той или иной форме слышали. Идея такова, что малоопухолевые клетки иметь способных к самопроизвольному делению, метастазированию, чтобы из клетки выросла опухолевая масса, необходимо, чтобы опухолевая клетка сама активно продуцировала факторы роста сосудов. Если этого не будет происходить, то тогда не будет оксигенации опухолевых клеток, и без активного формирования сосудов опухолевые клетки не смогут делиться. Таким образом, активная выработка факторов сосудообразования – это реакция растущей опухоли на гипоксию. Из этого правила есть два исключения. Это
светлоклеточные карциномы почки и глиобластомы. Вот тут все наоборот. Тут сначала возникает ангиогенез, а потом все остальные признаки опухолевого роста. Идея такая. Ген VHL, фон Хиппель-Линдау синдром, он является белком, который разлагает другие белки. Есть такие белки, они называются белки, которые вызывают убиквитинацию. Это программированное разрушение активных белков. В частности, мишенью для этого гена является фактор, который отвечает за гипоксию. Что получается? У нас активируется ген VHL. В результате у нас происходит накопление фактора, ассоциированного с гипоксией. Что получается? Гипоксии как таковой нет. Это не естественная реакция растущей опухоли на недостаток кислорода. Это патологическая реакция. Вырабатывается фактор гипоксии, происходит избыточное образование сосудов, и уже потом, когда возникает избыточная концентрация кислорода, создается идеальная среда для других событий, связанных с канцерогенезом. Получается, что именно для рака почки и для глиобластом сама по себе антиангиогенная терапия без добавления цитостатиков может иметь определенный смысл. И если мы возьмем икону антиангиогенной терапии, Авастин, то в качестве монотерапии без цитостатиков Авастин зарегистрирован именно для рака почки и для глиобластом, потому что именно здесь избыточный ангиогенез имеет самостоятельное патогенетическое значение. Что интересно, на самом-то деле, исходя из того, что почка связана с избыточным сосудообразованием, те препараты, которые позиционируются как антиангиогенные, они в первую очередь регистрировались, испытывались для лечения рака почки, и как следствие многие из них зарегистрированы. Но надо помнить, что низкомолекулярные ингибиторы, которые есть, это в частности сутент, позапонип и так далее, это так называемые мультитаргетные ингибиторы. Да, действительно, они позиционируются как препараты, в том числе вызывающие антиангиогенное действие. Они угнетают экспрессию, активность молекул, связанных с ангиогенезом. Но посмотрите наши собственные работы. Вот рецептор. Называется он рецептор фактора роста эндотелия. Ну, казалось бы, все правильно. Рецептор фактора роста эндотелия, если назначается препарат, то, казалось бы, его активность связана с угнетением ангиогенеза. На самом-то деле не все так просто. Ведь биологические молекулы, белки, они, как правило, исторически назывались там, где были впервые открыты. А потом уже оказывалось, что эти гены, эти белки имеют множественные функции. И в частности, вот посмотрите, наша собственная работа. Рецептор называется рецептор фактора роста эндотелия. Но это не опухоль почки, это опухоль желудки. Но если мы посмотрим препарат, то выясняется, что данный рецептор экспрессируется вовсе не клетками эндотелия, он экспрессируется опухолевыми клетками, он выполняет роль онкогена. И поэтому те препараты, которые назначаются для лечения различных заболеваний, сунитинип, сорафенип, другие низкомолекулярные ингибиторы, они зачастую позиционируются как ингибиторы ангиогенеза, а их истинный механизм наверняка куда более комплексный. Безусловно, самое главное событие последних лет – это внедрение, изобретение так называемого полногеномного секвенирования. Это позволяет полностью прочитать спектр мутаций, которые присутствуют в опухолевой клетке. Ну, в идеале бы иметь чудо-реакцию, чудо-аппарат, который позволяет вообще все хромосомы прочитать с самого начала до конца. К сожалению, это пока не получается. А что можно сделать при помощи аппарата, при помощи довольно сложных реакций? Считывать многократно коротенькие участки из нуклеотидов. 150
200 пар оснований ДНК. Вот это аппарат случайным образом прочитать может. И дальше, за счет многократного прочтения, если подобное прочтение сделать сотни раз, то выяснится, что фактически каждый нуклеотид будет присутствоваться в перекрывающихся фрагментах. Далее компьютер, это очень сложная биоинформатическая задача, создает сборку подобных фрагментов и выстраивает единое целое. Подобные работы стали появляться лет 5 назад, и они позволили сделать много достаточно неожиданных выводов. Многие опухоли почки растут достаточно медленно. Так как это медленный рост, то выясняется, что именно здесь наблюдается определенная внутриопухолевая гетерогенность и накопление различных мутаций в разных участках опухоли. Посмотрите, в данном случае историческая работа, которая впервые продемонстрировала внутриопухолевую гетерогенность на примере мутаций при раке почки. Посмотрите, идея. Это пациент, у которого несколько разных метастазов, видите, они помечены М1, М2, и несколько разных участков первичной опухоли бралась для исследования. Исходная мутация, она одна единственная, это инактивация гена VHL. А дальше, по мере прогрессирования, эти мутации различаются. Но что интересно, все дороги ведут в Рим. Посмотрите, следующий ген, который участвует в организации, в поддержании целостности генома, он инактивирован и в метастазах, и в разных участках опухоли, но механизмы инактивации немножко разные. Сами мутации разные, а результат один. Таким образом, в какой-то степени цепь патогенетических событий, которая приведет к возникновению полноценного ракового фенотипа, она предопределена. А вот уже в условиях опухоли механизмы этого достижения могут быть немножко гетерогенными. Другая интересная особенность. Сейчас довольно много таргетных препаратов, ингибиторов. И, в частности, именно полногеномное секвенирование показало, что в опухолях почки часто инактивируются гены, которые участвуют в поддержании жизнеспособности клетки. Те, кто интересуется клеточной биологией, могли вспомнить из популярных книжек, чем опухолевая клетка отличается от нормальной. Нормальной клетке нужны идеальные условия для культивирования, избыток питательных веществ, избыток факторов роста. Опухолевая клетка отличается от нормальной тем, что она продолжает делиться даже в неблагоприятных условиях, когда нет питания, когда нет стимулирующих факторов. С чем это связано? С патологической активацией каскада, который называется каскад МТОР, МТОР – это киназа, и называется это слово «поддержание жизнеспособности». В целой части, в некоторых опухолях почки обнаруживаются мутации в генах, связанных с поддержанием жизнеспособности. Что существенно? Темзимаралимус – препарат, который более или менее зарегистрирован для всех опухолей почки. Это специфический МТОР-ингибитор. И целый ряд работ показывают, что темзиролимус преимущественно действует именно в тех случаях, когда действительно есть мутации в генах этого каскада. Таким образом, работы по полногеномному секвенированию приводят не просто к накоплению кабинетных знаний, они приводят к практическим подходам, которые позволяют дорогостоящие препараты использовать разумно. Иногда бывают и редкие мутации. В частности, мутации в рецепторах гена эпидермального фактора роста, они в большей степени или почти исключительно характерны для опухоли легкого. Но так или иначе, несколько лет назад нам случайно удалось обнаружить, что эти же мутации, они редко в 1,5% случаев, но и возникают в опухолях почки. Тогда нам удалось по своей инициативе организовать исследования по всей стране, и мы ухитрились за 3 месяца набрать 336 случаев рака почки. Из них в 5 случаях мы обнаружили мутацию. И здесь как раз пример. Неважно, где мутация, это канонический результат, когда
это пример, когда это опухоль легкого, или относительно редкий случай, когда подобная мутация в опухолях почки, все равно от назначения специфического ингибитора наблюдается выраженный регресс опухолевых очагов. Другая разновидность опухолей почки, она значительно реже наблюдается, чем светлоклеточные карциномы, это папиллярные раки почки. Здесь другой механизм. Здесь активация гена МЕТ. Ген МЕТ – это рецептор. И опять же, уникальная история. Изначально ген МЕТ исследовался как один из механизмов возникновения рака легкого. Поэтому, когда появился первый МЕТ-ингибитор, кризотинип, то испытывался он именно на больных с раком легкого. Испытания вела фармацевтическая компания Pfizer, и к разочарованию организаторов испытания только у одного пациента, исключенных в исследование, наблюдался регресс опухоли. Более того, в этой опухоли не было никаких признаков активации гена МЕТ. У кризотиниба, препарата, который разрабатывался как МЕТ-ингибитор, был нежелательный побочный эффект. Он воздействовал на другую киназу, которая называется АЛК. И, к счастью, руководитель исследований Pfizer знал о том, что примерно в это же время в опухолях легкого обнаружили примеры транслокации АЛК. Он предложил уточнить статус опухоли этого пациента, и действительно, так появились АЛК-ингибиторы. Те, кто занимаются раком легкого, для них кризотинип, АЛК-транслокации – это азбука. А вот здесь пример, когда тот же препарат, который зарегистрирован для лечения рака легкого, для рака легкого с транслокацией АЛК, здесь этот препарат применяется именно так, как он задумывался изначально. В папиллярных карциномах рака почки наблюдаются случай активации гена МЕТ. И в данном случае пример положительного эффекта лечения пациента с папиллярным раком почки, у которого обнаружена мутация в гене МЕТ. Еще одна необычная особенность опухолевого роста. Есть два пути распада глюкозы, два пути получения энергии из глюкозы. Эффективный путь – это дыхание. Это тот путь, который предусматривает довольно большой каскад реакций. Распад глюкозы происходит медленно. Это очень сложный процесс, который предусматривает работу цитохромов. Когда кислорода не хватает, клетки способны быстро вырабатывать энергию. Это гликолиз. Это быстрый, но малоэффективный распад глюкозы до АТФ. В норме клетки включают механизмы гликолиза только когда нет кислорода. Это запасной анаэробный путь получения энергии. Опухолевые клетки приобрели совершенно необычное свойство. Кислорода избыток, а они все равно разлагают глюкозу неэффективно посредством гликолиза. И вот еще одна разновидность опухолей почки – хромофобная карцинома. Именно метаболические, энергетические нарушения характерны для этой разновидности опухолей. Именно хромофобные карциномы имеют множественные мутации в генах митохондрии, в генах метаболизма. Именно для них характерен неэффективный распад глюкозы по анаэробному пути, несмотря на избыток кислорода. Ну и заключительный слайд. Длительное время практически все онкологи, кто задумывался над механизмами рака, пытались найти какие-то системные нарушения иммунитета у онкологических больных. Очень хотелось провести параллель с микробиологией. Инфекция наступает тогда, когда где-то не сработал иммунитет, и опухоль возникает там, где где-то отказала иммунная система. Ситуация стала приобретать определенную ясность только несколько лет назад. Системных нарушений иммунитета у онкологических больных, скорее всего, нет. Но опухоль, для того, чтобы сформировать опухолевый очаг, она должна не только сама по себе делиться, не только вырабатывать факторы ангиогенеза, о которых мы говорили раньше, но и вырабатывать локальные иммуносупрессоры. Таким образом, продукция локальных иммуносупрессоров – это обязательная характеристика трансформированной клетки, чтобы возникла опухоль. Соответственно, сейчас
этап, когда огромную популярность приобретают препараты, которые воздействуют именно на локальный статус опухоли. Они инактивируют локальные иммуносупрессоры, которые продуцируются опухолевыми клетками. И только когда я готовился к докладу, к своему удивлению я узнал. Я всегда думал, что ипилимумаб появился как препарат в 2010 году. Я имею в виду результаты клинических испытаний. Посмотрите, 2007 год. Первая клиническая работа по ипилимумабу – это работа именно с опухолями почки, потому что именно для опухолей почки всегда наблюдалась определенная иммуногенность. В частности, именно опухоли почки – одна из немногих разновидностей новообразований, которые иногда характеризуются спонтанным регрессом. И вот вам пример использования такой иммунотерапии, когда инактивируется локальный иммуносупрессор, и за счет этого восстанавливается нормальная реакция организма на опухоль, и происходит регресс новообразования. Спасибо за внимание.